Меня зовут Луцев Данила, и я работаю руководителем отдела развития в продукте Security Vision. Для того, чтобы создать хороший продукт по информационной безопасности, в нашей команде есть огромное количество людей, которые до этого работали на заказчика, то есть непосредственно имели дело с теми или иными продуктами по информационной безопасности. Какая бы проблема у меня ни возникла, я смогу в компании найти человека, который в той или иной момент своей карьеры работал с этим технологическим стеком, имел подобные проблемы, подобные задачи, и я знаю, куда идти для того, чтобы наполнить этой экспертизой продукт. Как только я получил предложение поработать здесь, это по факту была работа моей мечты, потому что это наилучшее место для того, чтобы воплотить все то, что есть у меня в голове относительно улучшения процессов информационной безопасности, поскольку я всегда был фанатом автоматизации информационной безопасности и того, чтобы информационную безопасность можно было сделать лучше, удобнее и ближе как к исполнителю, так и к клиенту. Ни для кого не секрет, что рынок труда сегодня очень сильно меняется, и большинство профессий, которые для нас сегодня кажутся обычными, очень скоро окажутся не у дел. Но точно можно сказать, что информационная безопасность останется в тренде как профессия, и всегда будет интерес к автоматизации. А это означает, что если людям интересна сфера информационной безопасности и интересна автоматизация, они здесь получат точно опыт, который будет полезен им еще долгие годы.